Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua, меня зовут Александр. Сегодня будем рассматривать недорогой смартфон от компании Lenovo, Lenovo A316. Сразу скажу, что этот обзор я делаю в первую очередь для тех, кто будет покупать эту модель, потому что подписчикам нашего канала как бы тут особо смотреть будет неинтересно, потому что модель дешевая, бюджетная и особо тут смотреть не на что. Итак, коробка. Коробка стандартная Lenovo A316. Он небольшого размера. Размер дисплея составляет 4 дюйма. Здесь двухъядерный процессор, 512 мегабайт оперативной памяти. Из того, что есть в комплекте, все находится вот здесь. Это зарядка, USB кабель и стилус. Небольшой 4-дюймовый, довольно-таки толстый 1300 аккумулятор. Работает с двумя сим-картами. Давайте я продемонстрирую, что там у нас под крышкой. Аккумулятор выглядит, кстати, довольно-таки большим. Две стандартных больших сим-карты. Поддержка карт памяти. С картами памяти, говорю сразу, смартфон работает отлично. По сборке нареканий у меня никаких нет. У смартфона одна камера, она без автофокуса. Ой, даже если честно, не смотрел, сколько там мегапикселей. Ну, это не особо интересно. Там где-то, наверное, 2-3 мегапикселя, но оно без автофокусов. То есть нормальную фотку вы даже не сможете сделать. Спереди у нас Lenovo, 3 сенсорных кнопки. Они не светятся. Фронтальной камеры у нас нет. С этого бока у нас качелька громкости вверх-вниз. Тут сверху кнопка включения-выключения, USB разъем и разъем для наушников. Снизу ничего нет, с этой грани тоже ничего нет. По корпусу никаких нареканий у меня тоже нет. Нормальный корпус, нормально собран, люфтов нет, скрипов тоже. Довольно-таки монолитен он. Работает он на операционной системе Android 2.3. Antutu тестер у меня набрал, сейчас посмотрим, сколько баллов. Здесь двухъядерный МТК-6572. Вот такой вот результат у меня показал. Но это бюджетный сегмент. То есть это дешевый вариант. Смартфон у нас можно купить приблизительно за $60. Итак, МТК-6572, 800x480 разрешение, 2 мегапикселя камера, здесь 512 мегабайт оперативки, скорее всего 256 мегабайт встроенной памяти. Но, когда карту памяти вставляешь, он сразу думает, что это его вот память и ней можно пользоваться. В принципе, особо тут больше нечего показывать. Мультитач сейчас только покажу. Здесь две точки касания. Прошивку 2.3 мы прошиваем. Ставим полноценный русский язык. В принципе, прошивка работает нормально. Не глючит, не тупит. Нареканий тоже никаких. А по поводу экрана. Здесь неплохой экран. 800x480 разрешение его. Обычно в таком дешевом сегменте экраны похуже, и там разрешение 480x320, типа того что-то. Тут же экран нормальный, нормальные углы обзора у него. По диагонали уходит негатив. Но опять же $60, вспоминаем эту цену. Камеру даже не буду я вам ни фотографии делать, просто покажу, что это такое. Камера без автофокуса. Если нам, например, нужно сфотографировать какую-то бумажку, то в принципе это будет тоже видно нормально, можно будет сделать эту фотографию. Я тестировал аккумулятор. Аккумулятор здесь на 1300 мАч, на первый взгляд не особо большой, но для такой диагонали, для всего того, что здесь есть, его вполне достаточно. Набирает, показывает он 3447 баллов, это вполне себе нормальный такой результат. Такого смартфона будет хватать вам на 2-3 дня использования. GPS ловит, здесь отдельный спутниковый GPS, со звуком у смартфона тоже все неплохо, он довольно-таки громкий, разговорный динамик, микрофон громкие, чистые тоже, ну и в наушниках звучание среднего уровня абсолютно, то есть здесь все в порядке с этим. В принципе, больше тут особо рассказывать, показывать тут нечего, игрушки на нем пойдут,
Здесь двухъядерный процессор. Единственное, что 512 мегабайт, вот в этом загвоздка. Ну, например, Most Wanted пойдет 100%. NFS Most Wanted. На этом все. Вот такой вот смартфон. Это самый дешевый вариант в нашем ассортименте сейчас. Немножко дороже есть же UF1. Он стоит на 200 дороже, если не на 3. В принципе, как бы модели 2 плюс-минус одинаковые. Какие здесь плюсы? Здесь низкая цена, 2 сим-карты, карта памяти. Из минусов могу выделить также еще, что здесь 512 мегабайт оперативки. Был бы здесь гигабайт, эта модель была бы на расхват. Из плюсов, как я уже сказал, низкая цена. Это самое основное достоинство. В общем, все, Lenovo A316 есть у нас в ассортименте. Кому интересно, покупайте, пожалуйста, будем рады отправлять. Спасибо, всего доброго.